Значит, я 38-го года рождения. 1938 года рождения. Жили мы во Львове. Когда началась война, была команда всех семьи офицеров отправить в тыл. По желанию, так сказать, офицеров. Ну, отец на свою родину, всего окоп. Это бывший Каменец-Подольский плот, сейчас Хмельницкий. Всего окоп. Ну, немцы захватили, и мы так попали. Люди определили нам домик маленький, мать отремонтировала, у нас было три брата и мать. Вот, в 42-м году старшего брата забрали ночью. Немцы пришли. Да, хорошо. Как пройдет наши там свечи? А нас эти, все с матерью, меня и среднего брата, в 44-м году, 23 февраля, выгнали на улицу, погрузили на машины и отправили. Ну, это в районе Изяслава. Там, где полустаночек. Там погрузили, так сказать, скотские вагоны и отправили в Дахау. Почему в Дахау? Потому что отец фронтовик, они узнали. Ну, короче, продали нас. Вот. И попали мы в Дахау. Но в Дахау мы пробыли 2 месяца. До 3 месяцев. Точно я не буду. До 3 месяцев. Нас выкупили 200 человек по 3 рейсмарка за душу. Я в том числе. Фирма Полинская называется. С Мюнхена. Вот. Ну, освободили в 45-м американцы. 38-го 6 лет. Это я помню, хорошо помню. Что-то так и осталось в памяти странно. И как освобождали, отлично помню. И как бомбили, отлично я помню. И горел в бараке. Ну, короче, все это, так сказать. Американцы освободили, потом передали нас нашей стороне. Прошли СМЕРШ. СМЕРШ прошли. И потом отправили на родину.